если мы не нужны экономике, мы не нужны обществу, мы не нужны другим людям, вот, как наращивать собственную ценность, чтобы вернуть себе эту ценность, как бы, ну, значимость, чтобы не оказаться в конструкции, при которой нам будет, всем будет в принципе на нас наплевать, что с нами происходит. То есть вот мне кажется, что мы сейчас оказались в очень такой какой-то точке перехода. И очень важно, как каждый из нас поведет себя в этой точке перехода. И вот это вопрос нашей нужности для других людей, для нашего вот этого социального навыка, мышления как инструмент, который позволяет нам управлять собственной жизнью, быть востребованными, быть нужными. И третье – это, собственно, наличие общей такой магистрали, которая описывает существование, чтобы не было ощущения внутренней растерянности, чтобы не было ощущения потерянности. Вот. И это ключевые вещи, которые меня волнуют, которые, я надеюсь, волнуют и вас. И я рассчитываю, что то, что мы сейчас делаем, и вот наш этот курс с заданиями, со знаниями и так далее, он как раз поможет вам встать на дорогу, которая ведет к этой ясности, цельности и осмысленности собственной жизни.